Ульяновск, центральная площадь города, хоккейный матч. Регион присоединился к международной спортивно-массовой акции «День снега». Она прошла в Ульяновской области во второй раз. Самыми активными ее участниками по традиции стали, конечно, дети. Зима нравится мне, потому что можно кататься на коньках, метать снежки, играть в хоккей, кататься на лыжах, на сноуборде. И все эти зимние забавы в программе Всемирного дня снега в Ульяновске. Тут и футбол на снегу, пусть скользко, но зато весело. И перетягивание каната, и катание на сноутюбах, и зарядка с фитнес-инструкторами. Крепкий мороз хоть и щиплет нос, но лучшего способа закаливания на Руси еще не придумали. Это здоровье, это никаких простуд, никаких болезней, гриппов. Поэтому мы в этом году вообще не болели гриппом, потому что мы очень постоянно на улице, постоянно любим гулять на свежем воздухе. Еще мы занимаемся моржеванием, поэтому нам вообще болезни не страшны. Зима – это здорово. Более 15 тысяч участников, более 200 спортивных мероприятий по всей области. Это статистика Дня снега в регионе. Своеобразное подведение итогов спортивной массовой работы. И время строить планы на будущее. На следующей неделе мы окончательно примем решение о создании большой спортивной школы под руководством наших замечательных тренеров, которых в том числе мы пригласим работать здесь, в город Ульяновск. Я веду разговор о спортивной школе фигурного катания. При этом глава региона заявил о намерении создать ассоциацию зимних видов спорта по подобию Союза боевых искусств, что уже работает в Ульяновской области. Это чтобы объединить усилия, скоординировать действия и достичь максимального спортивного результата во всех зимних видах спорта. А у нас в регионе их развивается почти десяток. Хоккей с шайбой и хоккей с мячом, лыжные гонки, биатлон, фигурное катание и конькобежный спорт, горные лыжи и сноуборд. По каждому, по всем видам спорта зимним у нас есть свои планы, перспективы, соответственно, нужно сверить наши пути и выстроить планы. К вопросу о создании ассоциации зимних видов спорта в руководстве региона решили вернуться через месяц. В начале февраля в Ульяновской области пройдет еще одна крупная всероссийская спортивно-массовая акция – День зимних видов спорта. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.